В Тобольске началась прокладка новой теплотрассы. В рамках благоустройства заменят трубу длиной порядка 1 километра, а ее диаметр будет увеличен до 1 метра. Инженерные сети будут выполнены из специальной низколегированной стали, что позволит существенно сократить тепловые потери. Из-за ремонта горячую воду отключат практически на все лето. Магистральный трубопровод от ТЭЦ до городской Гательной – это единственный в Тобольске, который не имеет резерва и полностью исчерпал срок работы – более 33 лет. От него, от данного трубопровода, зависит качество теплоснабжения жителей Нагорной части. К столь масштабным работам готовились с прошлой осени. В Тобольском филиале Суэнка специалисты электросетевого комплекса провели 66 раскопок, чтобы устранить аварии на кабельных линиях и выполнить работы по технологическому присоединению. А сейчас предстоит провести благоустройство до 1 июня на 28 участках, где проходили раскопки.